Я сейчас так тепло одет, потому что у нас очень холодно. Сейчас почти 1 июня. Люди ходят в куртках. Все. В штанах. В общем, вчера я не пил. И я просто позавчера попал в такой мрак. Уже под ночь, под вечер, когда я пил. Я там связался с какими-то маргиналами вообще, с взрослыми, которые там вообще такой мрак начался. С какой-то алкашкой связался. Но у нас, слава богу, ничего не было там. Ничего не произошло, она просто спать легла на лавке. Хотя говорила, что она работает уборщицей в лагере Орбита. И телефона даже у нее не было, ничего. И денег, ни копейки, только на пиво, чтобы у меня просила, чтобы я купил. Короче, какой-то вообще мрак полный. Отвратительно было мне. Ужасно. Потом еще вспоминать это. Вчера холодно было очень, весь день я спал под таблетками своими психиатрическими. Не хотел вообще ничего, уж точно пить не собирался. Вообще какой-то ужас позавчера был. Я попал в пучину мрака. Настоящий мрак. Там такое. С какой-то мерзкой алкашкой. Мерзкая алкашка какая-то. И это потом осознал. Так-то кажется, что все так чисто, даже нечего убирать, дворы чистые такие выглядят со стороны.